Смена «Остров детства Яралаш» – уникальная площадка для реализации своих возможностей. Третью смену мальчишки и девчонки из разных регионов России пробуют себя в роли операторов, актеров и гримеров. Сегодня кинокомпания «Редиска» снимает ремейк на популярный сюжет Яралаша «Шапка-невидимка». Мальчишки и девчонки из Ижевска участвуют в «Остров детства Яралаш» уже второй раз подряд. На кинофестивале второй летней смены они выиграли в 5 номинациях. Останавливаются на достигнутом, не собираются. К съемкам нового сюжета подготовились основательно. Эта съемка очень сложная. Тут работают, как сказать, каскадеры. У нас летают сосиски, рвутся кепки. Ну, очень много работы. Но в прошлой смене было тоже сложно. Здорово! Привет! Как дела? Хорошо. Вкусно? Вкусно. Отлично. Съемочный процесс – это работа коллективная. От каждого участника зависит результат. Пока идет съемка одного эпизода, другие участники обсуждают свои роли, репетируют и накладывают грим. Кирилл Мордвинов на смене первый раз. Актерский опыт и занятия балетом помогли ему сыграть роль директора. Мои способности здесь мне помогают в данной роли директора, помогают себя лучше раскрыть, довольно-таки быстро вжиться в роль и хорошо чувствовать себя на съемочной площадке. И так как я играю на сцене, лучше понимать своих товарищей и лучше с ними сходиться. Как правильно сыграть роль и снять дубль, руководитель смены «Остров детства Яралаш» Геннадий Курлаев показывает на собственном примере. Что за дела? Что за дела? И дальше прям делаешь все вот быстрее и активнее. Нормально. Раз, услышал. Съемочный процесс сложный и увлекательный. На съемку одного сюжета уходит целый день. На кинофестивале работа каждой кинокомпании будет оценена по заслугам. Весьма тяжелая работа, так что здесь каждый проявил себя в чем-то. Мне кажется, смена вообще отличный лагерь для этого.